Друзья, сегодня у нас на обзоре уже достаточно популярная и интересная машинка, миниатюрная, короткоходная, спроектированная в США, это Defender Onyx. Обзоров в социальных сетях по данному аппарату немало, так как уже многие мастера достаточно давно на ней работают, но уверена, я найду чем вас удивить. Всех приветствую! С вами Яковлева Ольга, действующий мастер и тренер по перманентному макияжу в Санкт-Петербурге. Как вы помните, мы уже с вами говорили о компании Defender, а если более конкретно, мы говорили об их модулях. Обзор уже есть на моем канале, вот где-то здесь должна появиться ссылочка, по которой вы без проблем можете перейти на этот обзор. Сама компания Defender – это профессиональная компания-производитель оборудования для тату и перманентного макияжа. Как позиционирует компания, все оборудование спроектировано в США. Defender ориентируется на рынки стран Европы и СНГ, а логистическими центрами являются город Москва и Алматы. На сегодняшний день на рынок представлено несколько ПНО-образных аппаратов. Одни из самых первых популярных – это Defender Onyx и Defender Diamond. И одни из самых новых – это Titanium и Iron S. Кстати, на аппарат Defender Iron S совсем скоро на моем канале также появится обзор, поэтому не пропустите. Ну и, конечно же, это огромное количество модулей различных конфигураций, то есть огромный выбор для различных типов работ. Но давайте не будем затягивать и начнем. Ребят, ну вкратце, да, пробежимся по коробке перед распаковкой. Тут все достаточно простенько, у нас есть наименование Defender Onyx, все, кстати, на английском языке, что-то профессиональное тату-оборудование, инновационная машинка. Здесь у нас с торца тоже наименование машинки Onyx, есть такой стикер кругленький черного цвета, это цвет нашего аппарата. И смотрите, на лицевой стороне у нас такая волшебная циферка 1, которая, по крайней мере, мое внимание привлекает однозначно. Запомните ее, мы к ней обязательно вернемся в следующих наших видео. Ну и, кстати, здесь есть такой очень удобный ярлычок, чтобы потянуть нашу коробочку и достать аппарат. Итак, что у нас внутри? Ну, здесь такой небольшой вкладыш. Есть официальный сайт компании-производителя. Небольшая информация об основных характеристиках от иглы, максимальный вольтаж. На обороте у нас есть какая-то информация, да, по нашему аппарату. Все, как вы видите, на английском языке. Убираем лишний поролончик. Наш сам аппарат пока уберем в стороночку. И давайте доберемся до клипкорда. Как вы видите, есть дополнительные уплотнительные кольца и стандартный классический клипкорд, разъем RCA с логотипами компании Defender. Ну и самое интересное, сам наш аппарат. Как вы видите, он реально очень миниатюрный. Его длина всего 86 мм. Посмотрите, насколько он действительно такой малыш на моей руке. Глянцевый корпус, достаточно эргономичная форма. Также есть наименование нашего аппарата Onyx, да, на самом корпусе. Он реально очень легкий. Это вот самое первое ощущение, когда только берешь его в руку с коробки. Ну и давайте более подробно поговорим о нашем миниатюрном аппарате. Вес, который заявляет компания-производитель, 76 грамм. Ну, конечно же, в нашем ролике, как всегда, появятся наши любимые весы. Реально ровно 76 грамм. То есть это на самом деле одна из самых легких тачек, которые вообще были на наших обзорах. Что касается положения в руке. Ну вот, не совру, вы как только берете ее в руки, вы действительно почувствуете, насколько она легкая. Более того, у нее еще есть зауженный держак. Ну вот, что лично для меня, для моей женской руки, это безумно удобно. То есть мало того, что она легкая, она еще и с узким держаком. Помимо этого, очень хорошо сбалансирована. И вот лично на мой субъективный взгляд, вот эти внешние характеристики, мы пока с вами до внешних характеристик добрались, делают ее просто отличным помощником для мастера перманентного макияжа. Повторюсь, ее длина всего 86 мм. Что еще говорит сама компания Defender? Я вот прям зачитаю.
Установлен немецкий облегченный мотор и корпус из прочного, но легкого авиационного алюминия, которые и позволяют машинке Onyx быть одной из самых легких на рынке. Данная модель сейчас представлена в 5 цветах. Это черный, серый, серебряный, и недавно вышло еще 2 цвета, это розовый и такой золотисто-коричневый. По стоимости на лето вот 2021 года где-то в районе 17 тысяч рублей. Что еще можно сказать об аппарате? Аппарат Onyx полностью разбирается на части. И даже если у вас закончится годовое обслуживание, вы можете потом в любой момент заменить любую в нем часть. Кстати, что касается негарантийных случаев, которые могут привести к поломке аппарата, они очень подробно прописаны в инструкции. Я эту инструкцию обязательно прикреплю в описании к видео. Отмечу, что нам ее любезно предоставила компания Defender. Итак, диаметр нашего держака. В инструкции, если честно, не указано, но если замерить линейкой, мы с вами говорим именно о зауженной вот этой нижней части, там где-то примерно 19-20 мм. Но так как наш аппарат полностью разборный, если говорить о предыдущих наших пунктах, естественно, держак съемный, его можно стерилизовать. По инструкции его можно стерилизовать в автоклаве, в дезинфицирующих растворах и в сухожаре. Но сухожар разрешен не более 100 градусов по Цельсию. В противном случае держак просто изменит цвет. Что еще можно найти в инструкции? На самом деле компания Defender молодцы. Это очень помогает начинающим мастерам. Они выделяют определенные пункты, которые обязательно нужно соблюдать не только при эксплуатации аппарата, но и, например, даже при его стерилизации. То есть, если вы поработали, вам нужно стерилизовать аппарат, мы стерилизуем только его съемный держак. Мы ни в коем случае не опускаем аппарат там полностью, да, в автоклав или дезинфицирующие растворы. Ни в коем случае не должна попасть в растворы сухожара, автоклав, наша моторная часть. Аппарат просто придет в негодность, он сломается. Мы дезинфицируем только съемный, стерилизуем съемный держак. Далее компания Defender также заявляет, что все аппараты, все оборудование производится под тщательным надзором. Ни в коем случае на рынок не выпускается брак, и вообще все оборудование проходит ручной тест-драйв перед тем, как передается дистрибьюторам в другие города. Ход иглы 2,38 мм. Повторюсь, это заводская настройка, мы не можем ее изменить. И повторюсь еще раз, это короткоход. Что касается вылета иглы, компания-производитель не рекомендует ставить вылет более 2 мм, чтобы просто не разбрызгивался пигмент. Но регулируется вылет стандартно поворотом держака влево-вправо. Рабочий вольтаж от 3,5 до 10 вольт. То есть отмечу, что запускается она с таких минимальных цифр вольтажа. Это на самом деле очень удобно. И забегу немножечко вперед. Если вы, например, работаете в лосковой технике, то она прекрасно ее потянет на семерке. То есть там до 8, 9, 10 в принципе набирать скорость вольтаж не потребуется. Ну и мы с вами подошли к тест-драйву нашего Defender. Давайте начнем его подключать. Тестировать будем наш Onyx с блоком Critical Atom X с модулями компании Defender. Мы с вами взяли иголочку диаметра 30, 1 RL, острая заточка, Long Taper. И, кстати, отмечу, что для полного комплекта компании Defender не хватает блока их производства. Поэтому с нетерпением ждем. Подключаем клипкорд. Так, наш модуль. Давайте поднесу поближе к микрофону, чтобы вы могли послушать. Минимальный уровень шума. Я бы сказала, и минимальный уровень вибрации. Сейчас с вами настроим вылет иглы. Как вы помните, не больше 2 мм. И будем наконец-то ее тестировать. Посмотрим, как она будет вести себя в работе. Давайте с вами наметим бровку, нашу первую, для пудры.
Не будем делать очень большую. Сейчас у нас с вами стоит вольтаж пятерочка. Пудрить ей очень легко. Смотрите, она дает такую красивую россыпь мелких пикселей. Наметим вторую нашу бровку для волоска. Вольтаж с вами изменим на семерочку. Шесть и восемь поставим. Сделаем с вами все разметочки, необходимые нам. Кстати, здесь еще есть в аппарате такая интересная фишка. Вверху у нас в моторной части такой светится светодиодик. Прямо для девочек радует глазик наш. Давайте волосок. Повторюсь, вольтаж 6,8 мы поставили. На волоске очень ровная, стабильная, тоже достаточно комфортная работа. Если кто-то делает, например, линию штришочком, да, соответственно, вы работаете штришочком. Тут мы с вами просто работаем с латексом, поэтому не будем сильно заморачиваться. Тут, честно говоря, чтобы камере было видно, руку ставлю не совсем так, как удобно и как нужно. Поэтому остановимся с вами на этом. Друзья, ну и конечно же подведем с вами итог. Спроектировано в США. Гарантия год. Приятная стоимость 17 000 рублей. Очень низкий уровень шума и вибрации.
дает мелкий и аккуратный пиксель. Отлично подходит для всех техник перманентного макияжа, для пудровой растушевки, волоска, тонких линий, для помадного эффекта. Так как это короткоход, очень мала вероятность отека при работе с веками и губами. А главное, она подходит как для начинающего мастера, так и для практикующих мастеров. В описании к видео я обязательно оставлю ссылочку, где можно приобрести наш аппарат Defender Onyx. Также будет ссылочка, где можно приобрести модули Defender. В комментариях к видео обязательно пишите свои отзывы после работы на аппарате Defender Onyx. Подписывайтесь на канал и красивых вам работ!